нас в округе успешно реализуется программа губернатора Подмосковья Андреевича Воробьева по обеспечению собственным жильем детей-сирот и детей-ребят, которые оказались без попечения родителей. Новый этап в жизни – вручение ключей от новых долгожданных квартир. 9 ребят теперь будут жить в жилом комплексе «Высокие жаворонки». Со значимым событием новоселов поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов. Для молодых людей этот день стал настоящим праздником. Многие из них давно мечтали о собственной квартире. Я на самом деле под огромным впечатлением, во-первых, от места проведения мероприятия и от того, что нас приехали поздравлять администрация сама. Я очень рада. Очень было неожиданно и приятно. В этом году в Одинцовском округе за счет регионального бюджета по губернаторской программе обеспечения жильем детей-сирот приобрели 20 квартир, рассказал Андрей Иванов. До конца 2022 года ключи от нового жилья вручат еще 10 ребятам. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».